Владимир Сапрыкин. «Если есть друзья, подруги», читает автор. Если есть друзья, подруги, не останешься один. Значит, можно без натуги пить хмельной адреналин и судьбою быть чуть строже, не включая задний ход, чтобы стала жизнь похожей на потоки горных вод, отрезвляющие душу ощущением перемен, чтоб не бить в себе баклушу и не требовать замен. Может быть, тогда прохожий обернется и поймет, что у нас с ним жизнь похожа на потоки горных вод.